Ага. Да, конечно. Меняем. А у вас какой автомобиль? Kia Ceed. Вы в Москве находитесь? Секундочку, давайте я сейчас мастеру передам трубочку. Он вас полностью консультирует. Kia Ceed, Москва, замена слабиков. Алло, да, здравствуйте. Так, у вас куплено все уже, да, детали? Короче, все вместе, то есть шаровые с блоками снять, поставить рычаг, перерисовать, все вместе будет 5000 рублей стоить за две стороны. Да. Да, да, да. Подъемник. Ну, это здесь просто, видите, в чем сложно, здесь пресс нужен. Да, поэтому с выездом не получится, если будет как-то. Чай просто поменять можно и на месте. Хорошо, хорошо. Надо звонить еще. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 60. Алло? Это, на чем закончили? Сальниками на чем закончили? 5000 рублей сальноблоки. А, сальники сказал. Да? Да. И этот, ну а он что, какая реакция? Вот я подумал, хорошо, спасибо. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 60. Впереди мобильный пост ДПС, ну, контроль да, скорости. Тигран. Ограничение 60. Ага, да, хорошо, без проблем. Ага. Да, хорошо, а мы сами еще до МКАДа не доехали даже. Да, тогда там встретимся. Ну и если что, набирайте. Вам сколько сейчас навигатор показывает ехать? Один час, да? 63 километра, да. Я понял. Ну, нам вот 43 минуты показывает, но мы, если что, там на месте подождем. Все, окей. Все, договорились. Вот ты услышал голос. Этот, не тот Тигран. Час ему ехать еще. 63 километра, час. Ну, 15 минут там стоим, перекурим, подождем. Может, он немного на МКАДе подбавит. Глаза, блин, это горят. Или не горят, а как, ну, щипят, что ли, блин, понять не могу. Впереди камера. Ограничение 60. Саша, там не отсох от бензина. Зацените. А он заехал на заправку. Мент. В стрингах. Пиздец.
Может, фотошоп? Впереди камера. Ограничение 60. Рапид бы нам какой-нибудь на разбор. Илюша не берет трубку. А? Илюша не берет трубку ни хрена. Вот рапидик было бы неплохо, что-то я сейчас подумал об этом. Хотя, с другой стороны, смотри, мы взяли Тиану, да? Это Япония. Какие у нас еще есть японские бюджетные марки? Не марки, точнее, японские бюджетные модели. Я думаю, нужны вот эти Toyota, Nissan ставили. Годов. Не, значит не японские, а именно вот Ниссаны какие. Полмеры, полмеры. Максимы. Хоть максимум на разбор. Спокойно, нам осталось 15 километров до МКАДа. Вот Лансер, 130 тысяч рублей. Но это не наша марка. Впереди город. Ограничение 60. Нам именно вот Nissan, раз у нас Nissan проплачен, именно Nissan нужен, наверное, какой-нибудь. Впереди камера. Ограничение 60.
или новую марку открывать, или Шкоду, Шкоду, Хюндай или Киа. Денег все равно нет. Побудут, заработаем. Вот это то, что водитель мне сдал машину, да? Нехило подкосило. Конечно. Раньше мы этот вспомни, умудрялись там сотки накопить. Впереди лежачий полицейский. Ограничение 10. Алло. Ай? А что, забыли, да? Ну а что, ты не посмотрел сам в интернете? А, ну я понял. Ну ладно, сейчас скину. А что там вот? Код ищет. Ай? А. Понял, что. На смартфушку едем. Едем на самообслужку. Ага, давай. Ну что вы какие скинули авторучки? А что, вот в чем проблема самому, вот ты у него спросил? За рулем едешь. А мы не за рулем, да? Что, ему телефон скинуть? Какая ему нужна? Впереди мобильный пост ДПС. Переход. Ограничение 60. Выйти на время. Впереди мобильный пост ДПС. Переход. Ограничение 60. Чтобы его там раз 5 переключили, давно едем, подъезжаем к МКАДу.
Он на мотоцикле, ну, сзади где-то едет, заезжал на заправку. Но мы особо не общались, я предупреждал, что у меня времени будет мало, что я туда-обратно прям сразу. Полчасика там побыли где-то, наверное. Ну где там Саша-то? Беспорядки в машине, грязь, беспорядки, мне пиздец это раздражает. А не могу сейчас, ну, часто мыть. Сыростью запахло. Сыростью запахло. Чувствую. Да? Не ощущаю. Такие вот везде, блин, на всех съездах построили. Заградительные, да? Там впереди. Винты. Впереди камера, выделенная полоса. Ограничение 100. Впереди камера, одна. Что, у нас есть что-нибудь полезное? Занятие какое-нибудь. Как думаешь, может позвонить этим товарищам? Или рано пока? Сами не звонят, да? Я обещал позвонить. А вдруг уже есть новая информация? Не, ребят, сегодня не отдаем. Звоним попозже. Что-то три. Время три уже, да. Что в пять? Смотри, весь денек как пролетел-то, а? Ну, не весь, конечно. Но зато даже в поездке мы умудрились и клиента найти. И катализаторы.
Александр, откуда он едет? Откуда-то? С Кубинки. Ага. За Одинцово, короче, там. Ну что такое? То есть, получается, он там пообзванивал объявление и ничего не нашел? Ну, видимо, наверное. С Одинцова не первый до нас дозванивается уже. Уже были какие-то там что-то с Одинцова связанные. Может, поднимем объявы катализаторов? На этом, на Юле? На Юле и на Авито. Потому что звонок с Юлы был. Переписка, звонок. На Авито, блин, на Авито, сука, стоит это поднять дорого. Смотри, если на Юле... Продать быстрее. Ну, а смотри, 132, 250, вот самое премиум на 7 дней, 250. Ничего. На Авито, это ерунда. А на Авито это стоит, мы сейчас можем еще баллы потратить, и еще дешевле будет. А на Авито это стоит где-то около двушки, 2400, 2300, помнишь? Вот, смотри, снизить стоимость у вас 250, ну, 233, ладно. Потратим чуть-чуть бонусов. Я могу прямо сейчас оплатить. Вот, смотри, Москва. Москва и Московская область. Россия. Что Москва, это 230 сделает. Ограничение 60. Оплата принята. Сейчас как помпанет у нас количество. А чё, премиум размещение. Ожидается подключение услуги. Я вот тупанул. Надо было сначала, наверное, прочитать, да? Смотри. Чё-то вот это объявление показывается в ленте до 15 раз чаще. А вот то, что давало за 330. На 7 дней по региону. Почему Москва, если я выбрал Москва и область? Мы же заплатили 330. А, нет, 233 почему-то списало. Ну и ладно. Пусть будет пока по Москве, через неделю еще сделаю. Пламя-гасителя у нас нет, надо пламя-гаситель затопить. Так, а у него что там? Hyundai Solaris, да? Solaris, 100 тысяч. Взнос у них. Все-таки вот эти вот грамотные картинки работают. Сделанные более-менее, я не говорю, что профессионально, но более-менее грамотно сделанные. Не вот эта вот шляпа какая-нибудь, которую там другие делают. Можно вот этот тоже ремонт поднять. Мы сейчас понатратимся, блин. Для этого пока хрен с ним остать. Завтра Киев, поэтому... Вот давай, смотри, Авито. Профиль. Активные. Ну, за сегодня не было... один просмотр катализатора за сегодня. И один ремонт. Вот давай, смотри, допустим, продвинуть... Больше просмотров. 2319, 1069. Ну, если брать, то вот это 2319. Это катализатор, если этот. Камера в спину, контроль движения. Тоже 2319. Ограничение 100. Ну, по сравнению с Елой, разница, блин. Ограничение 30. Так, что мы Реутов проехали, да, наверное? Рязанка. Впереди камера. Ограничение 100. Вот теперь давай запоминать. Сколько было просмотров? 396.
там BMW учит эту фуру, что ли? Лечит? Да нет, фура лечит туалет. А, твой, это не был туалет. Алло? Где? На самообслужке? Минут через 20. Хас подъедет перед этим, перед Солярисом. Ну, сейчас мы выясним, где мы подъедем, выясним, кто где. С Хаса возьмем только этот за самообслужку или нет? Не знаю, ладно. Вряд ли? Даже не знаю. Ну, просто стройматериалы они же нам не покупали. Это да. Может просто действительно сейчас сделать солярис, не останавливая время, догнать Хаса. Или так, да, или так. Потому что если Хаса загнать, то это будет отдельно 400 рублей. Ну да, Хасу за полчаса, наверное, да. До окончания соляриса позвонить, чтобы выехал. Как раз он за полчаса подъедет. Сколько у нас денег уйдет на подъемник, сварку по солярису? Часа полтора. Часа полтора. И сварку они, когда много варишь, они считают, блин, хоть ты полчаса варишь, они два часа считают. Впереди камера. То есть где-то 1200, наверное, да, у нас уйдет там? 1000-1200. Когда много варишь, два часа считают? Да? Да. Я каждый раз, ну вот, практически каждый раз, когда вырезаем катализатор, я за этот, за подъемник плачу, и за сварку они не 200 считают, а 400. Мы им и за проволокой ездили, и там постоянно что-то там помогаем, подкупаем. Они еще вот так вот. Поэтому у меня нет никакого желания им ничего не покупать, ничего. Я такой немножко вредный в этом плане. Просто почему, если нам на уступки не идут, почему я должен в чем-то помогать и в чем-то на уступки? Точнее, у меня, знаешь, какой посыл был? Мы шли на уступки с целью, что они потом, ну, что-нибудь будут там скашивать, да, там как-то это лояльнее относиться. Я этого не замечаю, но и нафиг это надо. У них там аренда 350, они еле везут. Еле-еле вытягивают. Ну, блин. А кто виноват-то? Разве это наша вина? 55-777 было. Так что. Это вот смотри, посчитай, сколько клиентов должно быть в день, чтобы они в месяц 350 вырабатывали. 350 тысяч, работают они каждый день, да, разделить на 30 дней в месяц. Это 11 666, они чисто на аренду должны зарабатывать. И они, по-моему, в минуса работают. Или аренда у них не 350.
Я не верю в аренду в 350. Вполне реально. Мне кажется, это слишком много. Свой пропуск, телефон, пока будешь делать, мне нужно будет на тебя пропуск сделать на машину. Алло? Алло, да, здравствуйте. А вы территориально где находитесь сейчас? Фили, но мы не рядом с вами находимся. И, к сожалению, вот если вам прямо сейчас нужно, прямо сейчас у нас нет возможности выехать. Мы сейчас все, ну, в сервисе машину ремонтируем. Через 500 метров съезд после моста. Ну, я думаю, что часа через 2-2,5, где-то так. Ну, до Фили где-то, наверное, 1500 выезд, 1000 рублей прикурить. 2-2,5. Да, да, конечно. Съезд, поверните направо. Фили ехать, чтобы прикурить машину. Прямо 3 километра. Ну все, 5,2 это был самый минимум. Ну, я думаю, где-нибудь по трассе, когда ты едешь 100 километров без машин, без ничего, можно и пониже скинуть. Значит, не перестоит, что ли? Да должны. Ну, подальше, я думаю, не помню, расстояние. За светофором. Вот где начинается пробочка. Бенсон. А, вспомнил, что еще хотел сказать, когда ехали. Серег, вот сейчас вот с кондеями разберемся и давай все-таки за стекла возьмемся. Я думаю, там оборудование не такое. Стекла там физухи много. Что? Гребли много, стоит дешево. Ну почему дешево? Сколько по времени какой-нибудь один скол ремонтируется? Минут 40, наверное. Ну, минут 40. Если полторашку за это брать. Это же нормально? Не знаю, я просто не вижу, что в душе таким работает. Самому, что ли, научиться это делать? Чтобы тебя не это... Нет, ну все. Ну вообще, проехали сегодня больше 200 километров. На нас впереди ни разу даже опасный не посмотрели. Поворот. Ограничение 40. Впереди камера на разметку. Но я, утром кстати, не удивлюсь, что камера... Утром здесь пострашнее, да, было? Когда мы обратно туда ехали, там что-то толпа такая была. Как будто вообще перекрыли. Так, маме надо. Thank you.
Алло, мам. Ну чё, как у вас там дела? Через 600 метров на светофоре поверните направо, а затем поверните налево. Ага, но... Но... А ты чё, с телефона не можешь платить? Я понял. И знаешь, что забыл? Я хотел приехать и научить тебя еще твердый знак ставить. А ты знаешь, как я тебе так по телефону скажу? Нажимаешь на мягкий знак и удерживаешь его. Да, я вот обратил внимание на это, поэтому хотел сказать. Да, я вот и звоню, хотел сказать, что мы доехали, все хорошо, не переживайте. Бабуле скажи, чтоб тоже там не переживала. Угу, все, договорились. Давай, пока. Пока. Смотри, видишь этот? Надо будет Мазду, наверное. Впереди камера, выделенная вот полоса. Ограничение видишь, 60. Деревья уже зеленеют, уже травка зелененькая такая, уже прикольные фотки будут получаться. Ну еще чуть-чуть, вот пусть еще там недельку может. Диски видишь, что дело? Что? С дисками беда. С дисками беда, согласен. С дисками беда. Ну ничего страшного, хотя бы на таких пока пофоткаем. Я не говорю, что их нужно куда-нибудь там выкладывать или еще что-то. Так, 32 тысячи у нас осталось. Через 300 метров на светофоре поверните налево на улицу Борисовский. Так, наверное, пора бы уже снимать эти наклейки. Дай. Саш, ты как, доехал? Мы уже все на Борисских прудах. Серег, у меня из головы не выходит, что я с самого утра забыл одну какую-то важную вещь. Какой-то звонок куда-то кому-то. Я не помню. С самого утра у меня не выходит. Мы должны были что-то сделать. Nissan Tiana J31. Замок ключка бензобака. Замок ключка бензобака. Не в наш вариант, да? Да, 31. 31, блок АБС, не наш. 32 наша. Кронштейн усилителя заднего бампера, фонарь задний левый, задняя правая банка глушителя. О, вот это не тебе. Правая часть, а он же левая покупал, нет? Я чувствую, начал сомневаться. Да? Ответим, нет? Это просто новое. А, это я же давал. А, тьфу ты, блин. Ё-моё. Так, Тиана 3.5, 249. Крышка багажника, панель кузова задняя, бампер задний, усилитель. А поотвечаешь? Да. Может, мы еще сегодня мне этот сделаем? Бачок. Впереди камера. Ограничение 60. Мы, по-моему, на это тоже отвечали, типа 55 в сборе, что-то такое, или 52 в сборе. Не помнишь?
вот смотри, вот куда мы заезжали, туда же заехать, и вот на таком фоне зеленом все сфоткать. Впереди камера. Ограничение 40. Ответил? Угу. Что, на какую сумму там получилось? 48 я ему скинул блюшку еще. 48 писал. За все в сборе? За весь его запрос? За заднюю часть. Только заднюю, да, в сборе? Впереди камера. Ограничение 40. Тепло и зелень распустилась. Илюша белый напит пришел себя. Сервис. Все, на сегодня выполнили важное задание одно.